сети снова обсуждают роман Светланы Лободы и солиста «Рамштайн» Тиля Линденмана. На днях певицу выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. По сообщению портала «Супер.ру», покинула больницу Светлана не одна, а вместе с предполагаемым отцом ее второй дочери Тильды, лидером группы «Рамштайн» Тилем Линденманом. Роман Светланы и Тиля начался во время фестиваля «Жара» в Баку прошлым летом, а в мае 2018 года у Светланы родилась вторая дочь, которую она назвала Тильда. При этом Лобода не дала ни одного официального комментария о том, кто приходится отцом ее дочки.